Всем здорово, ребят. Ну что, как я обещал, сделать вам тестик на героя. Сегодня у нас будет сборка интересного героя, скажем так, старенького, ненужного, донатного. Но сборка будет интересная. Вот такая вот Blade Dance, танец лезвий. Это Necros, на английском это скелетика. Герой на сегодня, ну не то чтобы не, он актуален в низких там топах, да, там тут 200-300 тысяч силы, там и опять же в зависимости от ваших противников, но я его на сегодня не использую вообще нигде. Раньше он когда-то был там мега имба, как и все герои, до следующей обновы, когда выходит что-то новое, меняется, и герои просто стают неактуальными. Это одна из самых больших проблем битвы замков, то что они не делают, скажем так, геймплей, они убивают его просто. То есть от обновы до обновы у нас меньше людей, у нас выходят новые имбо-герои, которые меняют баланс. В общем, у нас локаций вообще никаких нет, мы просто так вот фанимся еще с вами. Чем герой хорош? Он имеет иммунитеты, неуязы, все дела, плюс у меня сейчас вот сборка с новым талантом, которая будет давать ему дополнительно еще отхил, он сам себя хилит, то есть он имеет отхил 46% от дамага, который наносит скиллом, вроде как. Ну, сейчас посмотрим, что с этого получится. Вот такая вот сборка. Здесь у меня стоит Holy Conviction, SSK, то есть чтобы он больше еще хилил, чтобы ему не прилетало. Плюс я поставил маскировку для теста, но мы это сейчас посмотрим. Плюс у нас стоит для уклонения слон. Поехали в рейды, посмотрим, что с этого получится. Единственное, у нас нету созвездий, я специально их еще не качал. Вот. Посмотрите, его там дамажит. Ушел в инвиз, отхилился на фул. И все. 36%. 30-й прорыв. Ну, такое себе. Я бы не сказал, что он, причем он донатный герой до сих пор. То есть его за донат вот только получить можно. На некоторых серверах можно собрать. Вот, Хали прилетает ему. Смотритель. Прея 319, 300. Он себя отхилил там. Ушел в инвиз. И все, и на этом все закончилось. То есть 38% это потолок, до 50%. В топах он не доживет. Это он у нас с маскировкой. Давайте попробуем, сделаем немножко другую сборку. Маскировка, я уже вам не один раз показывал, рассказывал. Она ни о чем. Забудьте о ней для большинства героев. Либо посмотрите видос. Ничего хорошего в этом таланте нет. Так. Только единственные герои, которые могут его там использовать. Теперь у нас будет 9 СО, плюс деф, плюс жизнь. Посмотрите, 600 прилетело, 300. Как видите, уклонений лям 700 даже прилетело. Но вот сейчас вот более-менее он держится. Вот когда мы поставили 9 СО, я уже не один раз показывал и рассказывал, что этому герою надо деф. На сегодня, как и большинству героев, надо деф, на атаку его бессмысленно собирать. Но у нас сейчас он, по сути, собран с атакой, но СО 9 нас хоть как-то спасает. И плюс мы имеем отхил. Сейчас уже получше. Но тут, опять же, тут не автопрокеры против нас. Единственное, кто нас дамажит, Фрея, вот 700 калям 300 восстанавливает. Такая сборка еще куда не шла. Сейчас мы его еще немножко изменим. Вон, я покажу вам созвездие, который есть. Ну, так плюс-минус держится довольно-таки, я вам скажу, неплохо. Зайдем еще на одного топа в такой сборке. Проверим. Но уже получше. Давайте так, чтоб не через... Попробуем здесь. Ну, как и большинство героев, он просто... Вот, посмотрите. Как по мне, это беспонтовый герой на сегодня. В PvP-локациях, возможно, где-то он еще будет тащить, но... Все зависит от вашего топа. То есть сборка, как видите, максимальная. И все равно он не тащит.
Вот посмотрите, какие у меня стоят созвездия. У меня стоит мало уклонения. Сейчас мы с вами его переролим. Попробуем переролить. Я надеюсь, это много времени у нас не займет. И попробуем все-таки сделать что-то более интересное с уклонением. Потому что на атаку его собирать, ну, он на любой отражалке у вас сольется. Да, он классный, он снимает там бафы, но уже на сегодня он не настолько актуален, как есть некоторые обычные герои. Так, четверку я не хочу. Я хочу пятерку. Опять четверку дали. Ну, издеваются, короче. Будем ролить до пятерки. Заодно, видите, ребята многие спрашивают, сколько надо на созвездие. Пятое. Ну, вот, видите, сколько на английском сервере я потрачу. Ну, две пятерки выпали у нас быстро. Жизнь, точность. Вот единственное, вот мне кажется, что он отхиливает себя не так, как он должен отхиливать. Он со скилла должен нормально хилить. Но в большинстве случаев он сейчас толком урона в такой сборке получается не наносит, соответственно, он не может нормально себя хилить. Ну, такое, знаете. Сейчас посмотрим, что у нас будет с уклонениями. Я надеюсь, мы долго не будем тут часа их жмакать. Две четверки по 500, 150. Ну, в принципе, можно оставить. Давайте ради теста оставим такую сборку. Поехали, посмотрим, что у нас получится в такой сборке. Вот уклонений вроде и больше, но улетел точно так же. Сейчас посмотрим еще с одним вариантом. Это поставить ему изворот. У нас, правда, тогда дефа никакого не будет. Но уже получше. Я вижу уже, посмотрите, как вниз у нас Фрэнки бьет. Понятно, что его блочат, но держится. Держится уже получше. Ну, как видите, он бесполезный. Что у нас тут? 25-й, 25-й, 25-й прорывы. Ну, более-менее нормально. Так, давайте попробуем тут. Ну, вот, немножко уклонения прибавили, уже смотрится он получше, получше. Но опять ему прилетает. Это у нас вот все слили. То есть такое, до 30% он будет набивать. Теперь давайте попробуем максимальное уклонение ему сделать. Это поставить еще дополнительно изворот плюс 25% уклонения. Теперь посмотрим, что он может сделать. Будет ли он реально тащить или нет. Попадают, причем жесткое недомогание. Ушатали. Не долетел. Посмотрите, даже практически не, ну вот, а тут и я смотрю, думаю, что за фигня. Это у нас огник нехило так бьет. Так, вот давайте его. Все, с одной тычки. Дафа никакого нет, просто Фрейя вынесла в одну калитку. 30-й прорыв просто ушатался. Хоть он и дракон летающий, классный, но, к сожалению, уже, как видите. Так, чисто на подбить, на битву гильдии изначально можно взять, как он бьет по зонам. Но дальше, вот посмотрите, против землеройки, землеройка просто 30-е разобрала. То есть ничего такого сверхъестественного, даже с новым талантом, но нет. На отражалку попадется, сольется сразу же. Вот, поехали. Так, у меня тут опять противники никакие. Попробуем хоть кого-то найти.
Ну, тут понятно, он будет этих выносить. Все зависит, конечно, от топа. Если у вас маленький топ, да, там с любым талантом герой будет тащить. Но сборка на урон не приветствуется. Да, здесь будет, возможно, больше немножко отхила, но это героя не спасет. Если у противника будет точность, где-то ваше уклонение вас не спасет и просто сольется. Я его не юзаю. В мелких топах, то в принципе можно его использовать, и ребята используют, да, он будет там эффективен еще, но дальше, к сожалению, он уже не тот. Хоть кого-то встретим более серьезного. Но надо в топ пробираться, выставлять деф, сидеть в топе. Вот есть, отлично, еще один с фрейм. Ну тут посмотрите, раз два его нет. Поставите маскировку. Давайте ради интереса сейчас поставим, на этого же нападем. Где маскировка, ребят? Вот так вот, то, о чем я говорил, маскировка не актуальна на таких героях, просто будут сливать. Да, там на некоторых героях она хороша, но все зависит от того, какие противники. Чем дальше вы будете прокачиваться, тем больше вы будете понимать. Многие ребята понаставляли маскировки на Минотавра, они сейчас жалеются, он не бьет, его сливают. Да, это будет так, и от него толку никакого не будет. Надо изначально думать, вы хотите универсального героя, либо под одну локацию. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Ждите следующего видосика. Всем удачи, всем пока.